Всем привет! Для сегодняшнего обзора нам понадобится одно яблоко, точилка и нож. Давайте посмотрим более подробно на точилку. Она состоит из трех частей. Одна металлическая, вторая керамическая и третья пластиковая. Точилка для ножей очень проста в использовании. Она позволяет точить ножи быстро и эффективно. Давайте попробуем наточить нож. Использовать ее нужно следующим образом. Сначала проводим по металлической части. После по керамической части несколько раз проводим. И третий завершающий шлифовочный. Давайте попробуем теперь разрезать яблоко. Кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.